Понятно, что мобилизация внесет ясность для многих в России, ну, я имею в виду внизу, что уже как бы вот эти вот рассуждения, что это нас не касается, что это где-то там далеко, что, ну, короче говоря, мы поддерживаем виртуальную СВО, вот, вот это вот все уже позади, потому что теперь в войну будут вовлекаться сотни тысяч людей, соответственно, это миллионы уже вовлеченных с семьями, как бы там, да. И говорить о том, что это как бы нас не касается, какая разница там и все такое, ну, русским Ваням уже не придется.